Новое видео выходит каждый день в 20:00. Бандикам, сука, ни с одной программой для записи видео у меня нет таких сложных взаимоотношений, как, блять, с вашей программой. Я просто не могу нахуй. На любом ПК, на любой операционной системе ваша программа — это просто хуйня из-под коня. Записывая вот этот ролик, я чувствую себя просто какой-то мразью, которая пиздит. Какого хуя, блять? Просто почему у всех все работает нормально? Почему так много положительных отзывов? Вот почему у всех все хорошо, а у меня вообще полная хуйня, все через жопу, блять. Просто хуйня из-под коня, а не программа. Вы понимаете, бандикам? Это просто пиздец. То есть ваша программа полная хуйня, блять. Я сколько ее не скачивал, блять, сколько не ставил, даже если скачать нормальную версию с вашего официального сайта, просто вот бесплатную, она тоже снимает как хуйня из-под коня, вы понимаете? Я пробовал разные пресеты, разные настройки видео, блять, только для слабых ПК, к сожалению, не пользовал, ну тут уж извините, блять. 720p 24 FPS — это полная хуйня, блять. Это просто пиздец. То есть, я объясню, в чем проблема, блять. То есть, пиздец, на ноутбуке это программа вообще хуй пойми как работала. На компьютере, вот на новом, на моем компьютере, который более-менее мощный, средний, там, не слабо средний, как-то так его можно характеризовать, это не важно. Просто на моем компьютере эта программа, блять, она просто полная хуйня. Настройки, блять, во-первых, настраивается программа достаточно легко, но это полная, это единственный, наверное, плюс этой программы, потому что, ну реально, ну такое говно, блять, сделать, это просто, это пиздец, блять, я не понимаю, как пользуются ваши программы люди. Это ж пиздец, блять. Я объясню, в чем проблема. Смотрите, я захожу, мне нужно быстро вот прям снять геймплей для ролика. 8 часов новый видос должен быть на канале. Подписывайтесь, кстати, если что. Должен быть новый видос. Я быстренько там снимаю, езжу на Инфернусе там, блять, быстрее все это делаю. И, сука, блять, какие-то гличи, блять, шумы лезут. Это что такое? Ваша программа, вот сейчас, чтобы не спиздеть, я зайду. Для одного компьютера стоит 2400 рублей. От 2400 рублей. За что? За говно, за шумы, блядь. Да нахуй они нужны. Заберите их нахуй. Это просто невозможно. Ты, блядь, ставишь любой пресет — все говно. Если ты хоть раз настроишь, блядь, программу бандикам нормально под себя, более-менее, и то с какими-то багами, изъяны, ты больше никогда, блядь, ты сохранишь эти настройки, блядь, в текстовый документ распечатаешь, блядь, на принтере, и вот, сука, эту распечатку будешь в каком-нибудь ящике хранить под тремя замками, чтобы она не потерялась. Потому что если ты, не дай бог, изменишь там какое-нибудь значение, допустим, VBR битрейт, а на CBR битрейт поставить, это просто полная хуйня, это пиздец. А режим вот этот ваш, который по стандарту включен, блять, пропускать нахуй кадры, если кадр не обновляется, это пиздец, блять. Вы чё делаете такое? Вы хоть думаете, нахуй? Вы чё такое делаете? Это просто пиздец. Кто не понимает, о чем речь, сейчас я вам объясню. То есть, смотрите, если, допустим, вы записываете игру, там, DirectX 12 и 11, 10, 9, вообще похуй, записываете игру чисто с DirectX, смотрите, в чем проблема. Встали вы, допустим, в одном месте, что-то рассказываете, никуда не идете, чисто кадр статичный, нихуя не обновляется, то есть, допустим, вы начинаете говорить «всем при», и там что-то говорите, а обновляется фраза тогда, когда вы меняете кадр на какой, это сложно объяснить, но это так работает, и создаются такие вот, блядь, баги, лаги, там, всем при, с вами что это, блядь, это пиздец просто, это такая хуета, я не понимаю, я, блядь, скачивал разные ваши программы от разных чуваков, с разных торрент-трекеров, да чё там с торрент-трекеров, качаешь, блядь, вашу программу с официального сайта, нахуй, как он называется, www.bandicam.com/ru/ скачать, download, неважно, скачиваешь эту программу, блядь, настраиваешь ее нормально под себя, 1080p, 60 FPS, блять, качество сотка, блять, и все, и гличи какие-то, помехи на новые, блять, программы. Какого хуя, блять? Какого хуя? А вот это вот ваше, где не написано нигде предупреждение, вот эти вот, блять. А если вы вдруг захотите, блять, засунуть ваш видеоклип, который вы отсняли, в программу для монтажа Adobe Premiere Pro, профессиональная такая программа для монтажеров, если вы вдруг, мало ли, захотите засунуть, блять, вот этот видеоклип в программу, снятую VBR битрейтом, блять, он не захватит это, блять, Premiere, понимаете, Adobe Premiere, блять, пиздец, просто это как можно записывать VBR битрейт, блять, чтобы Premiere его
никого не захватывал. Как нахуй, как? Сука, я уж молчу о том, что если записывать видео в MP4, а не в AV, блять, то оно вообще какое-то пиздец багнутое говно. Просто пиздец, блять. А вот это вот, знаете, цветовая палитра. Я ничего не говорю, цветовую палитру передать достаточно сложно. То есть, все понятно, как бы там. Но пиздец, почему изображение темное такое, когда ты захватываешь, блять, изображение с экрана? Это просто пиздец. Чтоб вы, блять, понимали, я перепользовался кучей, блять, программ. Action, Fraps, даже Fraps, нахуй, Fraps, который не обновлялся там с 2009 года, он снимает лучше, чем ваш обоссанный, блять, бандико. Хпу, блять, пиздец, что это, как? Как, блять, можно создать такую программу? Я просто не понимаю, почему, блять, у меня не работает, на ноутбуке не работает. Я уж думал, на ноутбук грешил, на операционную систему, на 7, на 8, на 10, видимо, ваша программа хуйня из-под коня. Просто пиздец, вот как, нахуй, как можно так делать программу, чтобы пиздец какой-то был, я вам говорю, то есть у меня время поджимает, мне быстрее надо отснять геймплей, блять, с хорошим битрейтом, с хорошим качеством, записываете вы неплохо, но гличи, блять, шумы, какие нахуй шумы, какие гличи, блять, вы чё делаете такое, вы террористы, блять, ебу, вы, сука, вы воруете деньги, блять, гады, вы террористы, нахуй, чё за пиздец, блять, просто сколько вот стоит программа эта, 2400 рублей, блять, как, за что я, блять, плачу 2400 рублей, как, за что, блять, за шумы, да нахуй они мне нужны, блять, эти шумы, мне нужна программа стабильная, нормально работающая, блять, для записи видео, есть OBS, блять, OBS Studio, просто OBS, OBS Streamlabs, блять, они там настройка еще гибче, чем у вас, блять, они записывают нормально, без шумов, без всего, идите вы нахуй, блять, бандикам, просто пиздец. Я вам говорю, как можно сделать топ-1, блядь, программу, как они сами себя говорят, и как там по отзывам можно почитать, как можно сделать топ-1 программу, блядь, для записи видео с экрана, если, сука, вот эта встроенная запись от Windows 10 для Xbox, блядь, снимает лучше, чем ваша вот эта хуета. Какого хуя, блядь, как? Как это можно сделать, такую программу? У вас кто сидит там, блядь, в офисе, нахуй? За что 2400 рублей? За что, блядь? И я, конечно, вот это я уже спорная претензия там, но почему постоянно слетает регистрация, блядь? Какой бы репак я не скачал? Чё, все, кто делают репаки, дауны или чё, блядь? В хост, в документ я постоянно вношу в исключение, блядь, вот эту хуйню. Это, конечно, наверное, предъяло к тем, кто репаки делает, но чё-то я уверен, даже если лицензию купить, там все равно будет спадать эта хуйня. И как-то, блять, возможно, через несколько лет, если мне будет, блять, не жалко денег 2400, мне вам 100 рублей отдать жалко за вашу вот эту хуйню, просто пиздец, блять. На уроке информатики в Паскале можно лучше написать, блять, программу для записи видео. Какого хуя? Как? Как вы такое говно делаете? Как вы это выпускаете? Я ума, блять, не приложу. Это просто пиздец. Не дай бог, человек решит, блять, летсплеями заняться, блять, пойдет снимать там самп или игру какую-то, блять, забудет галочку ебучую отключить на пропуск кадров, и у него весь летсплей будет из каких-то склеек ебучих, блять. Чё это, сука? Это нигде, главное, еще не написано эту галочку ебучую убирать для пропуска кадров. Просто, блять, пиздец. И причем, понимаете, видео вот с этими пропусками кадров и видео без пропусков кадров, это одно и то же, блять. То есть они весят столько же, блять, в одном и том же битрейте, при этом, блять, просто пиздец получается, а не видео, если эту галочку не убрать. Поэтому, чуваки, все, кто, блять, пользуется, бандик, убирайте эту галочку, нахуй, а лучше у бандикам нахуй убирайте, это пиздец, блять, ну как, сука, как такое возможно-то, блять, топ-1, я думаю, ладно, может, у меня что-то не так, я с кем не общался, с ютуберами, которые, у которых нету Shadowplay, чтобы записывать нормально, все пользуются вашим ебучим бандикам, все его нахваливают, ебать, можно записывать в неограниченном количестве FPS, а нахуй это мне надо, блять, неограниченное количество FPS ваше, сука, если программа нормально не работает, пиздец, блять, я записываю, тороплюсь, мне к 8 часам быстрее надо, тут гличи, блять, я охуел, я нажал, блять, чтобы не спиздить, Win плюс G, Win плюс русская P, если кто-то не знает, на Windows 10, блять, просто нажал одну кнопку, там и таймер записи, и все идет, и просто это охуенно сделала винда, Microsoft, макрософак вот этот, который винду делает, хуйню вот эту лагающую через год, они даже нормально сделали, сука, прогу для записи встроенную Windows, вы-то почему не можете такое сделать, как, блять, просто вот,
Как? Я не понимаю, сука. Может, я не один такой, просто мне кажется, что я вот один такой. Там миллиарды, миллионы человек пользуются этим ебучим бандикам. У всех все нормально, я вот мразь такая, у которой все ненормально. Это пиздец, я не понимаю, блять. Вот как? Как? Ты же еще деньги вернуть не можешь. Все, ты заплатил за бандикам 2400 от 2400 рублей, блять. И все, и ты никуда не вернешь свои деньги. А что ты скажешь, блять? Если тебе не понравится, как снимать, что ты скажешь, блять? Ты думаешь, они в поддержке отвечают? А хуй там, блять. Пиздец, короче, блять, бандикам, просто горите в аду, нахуй. Я надеюсь, вы какую-нибудь совместную прогу, блять, с Mail.ru сделаете, которая мига, блять, сделает этот вирус ебучий, чтоб я вообще тут охуел, блять, и просто пиздец, блять, ну что это, нахуй, что, как? Ладно, короче, все, всем пока, блять, ждите завтра нормальный ролик в 8 часов.